Доброго времени суток. Итак, продолжаем наше приключение в Сталкере. Сегодня будет прохождение ПХД. Поработаем на местную братью. Деревни новичков пособираем, тайники, лут, который за насыпью еще там остался. Там довольно-таки прилично. Хоть и по мелочи, но все же. Сейчас мы сначала зайдем в деревню новичков, выполним одну мелкую работенку, потом отчитаемся по основному квесту и уже затем продолжим основной сюжет и при этом попутно будем выполнять цикличные задания. Так, ну вот я подхожу к деревне новичков, судя по тому, что подлагало немножко. Так, и для начала нам нужен волк. Так, что-то у меня выносливость закончилась. Чуть-чуть раньше, чем я рассчитывал. Ну ладно. Отправим себе хп до полной. Так, волк. Ты где? Кого там увидели? Привет. Диалог я по-прежнему читать не буду, я ему отчитываюсь по основному заданию. Он мне дает, кстати, неплохой пистолет под 9/18. Так, берем у него работу по кабанчикам, вот тех, которых я не уничтожал, оставляя на потом. Так, выложим, чтобы у нас была возможность побегать. Так, сбегаем до этих кабанчиков двух. Потом возьмем сразу же следующее задание у него. Зайдем к Сидору, отчитаемся по основному сюжету. И двинемся за насыпь. Второй где? Это далеко не убегай там к воякам. Ну я тебя вроде обыскивал. Окей, допустим. Ты где? Холодец. Отзовись. Не надо было тебе туда ходить. А лапок у тебя нету? Нету. Жадные вы. Так. И у тебя тоже лапок нету, да? Нету, нету. Так. Не будем пока задирать вояк. Нам все равно разносить. Оружие. Но мы будем делать все по-хитрому. Оружие убрал. Оружие убрал. Достану же. Так, по поводу задания. Получаем выверт. И берем следующее. На ферму. Так. Так, забираем барахло. Несем Сидору еще. Только вот поставим этот пистолет и дробовик, который получше. Так, подвиньтесь. Так, ну и патроны 9/18 можно скинуть. Большую часть. Так, отчитываемся. По поводу работы сразу можем выполнить у него. Найти артефакт Медуза. Берем и тут же сдаем. И также найти артефакт Каменный Цветок. Берем и тут же сдаем. Теперь ломать мясо я даже здесь найду. Я тебе его пока не отдам. Хвостика псевдособаки у меня нет. Может после свалки будет. Торгового представителя твоего я убирать не буду, разбирайся с этим сам. А вот зачистить местность от мутантов я возьмусь. Это вот те собачки у туннеля, которых я также не трогал в прошлой серии. И спецзадание. Я тут поразмыслил. В общем, по стрелку узнал кое-что. Есть. Тогда слушай, если добудешь документы, пойдешь на север через свалку.
Потом повернет. Так, и, естественно, мне нужно с ним поторговать. Скинуть все вот эти ПМы. ПБшку, дробовик, который похуже. Куртяху. Водку можно пару пузырей только оставить. Консервы. Пару медуз я скинул. Каменных цветков. Ой. Нет, каменных цветков я оставлю. Медуз продам. Выверт. Не, не понадобится. Только если по ЦЗ дальше, там в баре. Ну, ладно, забирай. А то и медузы забирай себе. Так. А вот у тебя я возьму. Что я у тебя возьму? А давай вот так. Энергетики я у тебя хотел забрать. И закупиться дроби. Ой, как у тебя дроби хорошо выпало. Давай вот так. Махнемся, не глядя. А. Так. Колбасу еще тоже забирай. Потому что батоны остались. И то, чтобы иконка красная не висела с едой. Не маячила на глазах. Глушак. Да, в принципе, тоже он мне не особо здесь нужен. Это же не в моды я играю. В оригинал. Давай так, Сидер. Забирай все. Хороший товар. Не говори, очень хороший. Ну, будет так. Еще, заходи. Теперь ну, что у нас по весу? Заходи. 28 килограмм. Мы можем вот это накинуть на пояс. А, я же ему патроны не продал. 9 на 18. Я думаю, чего-то так много. Мне штук 100 хватит. Вот так, 94 пускай будет. Неплохо. Хорошо. Вот. Ну, будет вот теперь уже ближе к истине. Значит так. Что у нас сейчас за насыпи, за насыпи, за насыпи? Пойдем через туннель. Попутно. А, не даду спокойно тут постоять. Попутно зачистим два лагеря. Вот здесь сейчас один тайничок выгребим. Уже вот этот ящичек. И здесь три аптечки. Пойдем за насыпь через туннель. Попутно зачистим два лагеря. За насыпью мы еще, кроме всего прочего, залутаемся, продвинем сюжет, выполним цикличку и вернемся, наверное, отчитаемся о проделанной работе. Таков вот план на дальнейшее прохождение. Я думаю, это в сегодняшнюю серию уложится. Во временные мои рамки. А там посмотрим. Так, бахнем энергетика. Так, и вот этих вот собачек, которых я не трогал в прошлой серии, стараясь от них убежать. Они сейчас нам и понадобятся. Так, их вроде 5 здесь. Уже 2 есть. Есть. Иди сюда, ко мне иди. Какой ей под попу пинок прилетел. Так, где-то еще одна гавкает. В аномалию попала. Две гавкают. По-моему, одна это из другого смарта сюда забежала. Или я что-то путаю, их здесь не 5, а 6. Шустрые это, а. Те кабанчики пока не нужны. Дальше у нас ферма будет с платьями. Вот этот туннель проходится весьма просто. Нам нужно идти просто за электрами, ждать, пока она исчезнет, и делать шаг. Во всяком случае, со стороны Сидорича в сторону свалки это выполнить гораздо проще. А если идем со стороны свалки в сторону Сидоровича, то нужно использовать болты. Ждем и проходим. Так, сейчас Сидор поговорит.
помощи. Он на хвосте каких-то тварей притащил. Говорит, что долго не продержится. Он, возможно, знает о стрелке, так что бегом к нему. Даю координаты. Уничтожаем плоти местных. Глазиков у тебя нету, жаль. Ага, еще здесь тело есть. Так, где-то, ага, вот оно. Отлично. Сейф на ферме. Это же здесь? Это прям здесь. Прям разве такое бывает? Что-то я прям не помню такого везения давно. Хотя печет. Ну не то чтобы полезный уже лут, но все же хорошо. Делаем сейф. И так. А бандиты здесь еще не появились. Значит, они появятся на КПП. Так, здесь еще одно тело рядом с фермой должно быть. Вот за этим пригорком. Надеюсь, лис не откинется, пока я там бегаю. Так, вот он. Никого, ничего, ничего с ним не выпало. Так, это же здесь все равно бандиты должны появиться. Как бы они сюда не пошли. Так. Выносливой заканчивай. Да подождите, я хвостики соберу. Наберу, соберу хвостики. Где третий? Так. Держи аптечку. Так, вставай. Давай, давай, вставай. Давай, диалог с тобой. Сейчас здесь собачек отстреляем. Ну что ты вокруг побежал опять? Ну кусь. Фу, я невкусный. Отстань. Давай, давай. Иди сюда. Это к лису побежала. Ты только меня не пристрели, хорошо там. Лаика. Вот так. Еще одна. Одолели твари, нет? Все, одолели твари. Ну, я же сказал, одолели твари. Значит, так оно и есть. Все. Никого не пропустил вроде. Так, получаем с него тайничок с медициной. Почему здесь рядышком в грузовике смерти? Я даже не буду спрашивать, как ты в грузовик смерти закинул эти медикаменты. Так. Я здесь вроде собачку где-то шлепнул. Я что-то потерял, где она. А, ладно. Вот здесь сейчас заберемся. Залезем. Ну вот в этих ящиках ничего не выпадет опять. Посмотрим потом. На полу. Так, здесь мимо досок, чтобы не упасть. Здесь батон забираем. И вот так вот. Батоны для дробовика. Здесь ничего не выпало. Так, сбегаем до КПП, заберем тайничок, обыщем вот это вот тело. Больше нет твоих подружек, а то укогопники толпой налетаете. Что-то с них ничего не упадает, ни тайничка, ни лута. Так, забираем. Быстро, быстро, быстро. Там радейка. Так, выводим радейку. Ай-яй-яй, а вот и бандосы. Так, не понял. Так. Это
Или это были не бандосы, это были сталкеры, которые по собачкам стреляли. А кто, тебя закрыли, что ли? Угу. Рюкзак после деревни. Рюкзак после деревни — это ПБшка, да? Ага. Она самая. Так. Двое? Двое. Один с дробовиком, точно. Не высовываться, главное, под пули. Подожди, у вас, по-моему, больше не было. Да нет, вроде двое. Так. Да не, не будем на тебя гранату тратить. Откуда у тебя гадюка? Ты вроде с ПВМ должен быть. Подлечимся. Чтоб тебя не рассчитал маленько. Так, тебе одного мало, видать, да? Ага, отлично. Второй. А второй с дробовиком. К нему нельзя в упор подходить. О! И остальные бандиты подтянулись. Так, ждем. Цып-цып-цып-цып. Вы где? На мобилку вас, что ли, подманить? На ПДА, точнее. Идите, идите. Туда, лови! Яблочко. Ну, двоих, наверное, я все-таки сминусовал. Там кто-то, по-моему, из сталкеров есть. С кем-то же они сцепились. О, это сталкеры появились. Вот это помощь, не ожидал. Но спасибо. Я надеюсь, никому там вообще не зарядил. Ну, вы там воюйте, воюйте. Больше мешать буду. Так, здесь у нас что? Здесь у нас вроде кровь камня будет. Или что-то вроде того. Так. Так. Бу-бу-бу-бу. Вот это вот лестница. Так. 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 На свалку я пока не пойду. Какие-то... А как я тебе дам аптечку? Я туда не пройду. Ну, значит, не судьба. Тайник в пеньке. У этих сейчас паника будет извечная. Так, да, запишем сейф. Продолжаем наши приключения и пробуем залезть на забор вот с этих вот перил. Наверное, с первого раза, как всегда, не получится. Так, ну на заборе я залез. Но это еще не все. Здесь нужно дерево обойти. О, вроде я на него залез. Теперь вперед, по-тихому, по-тихому, очень по-тихому. Тут главное не спешить. Лезем дальше вот так по краюшку. Так, не спешим, не дергаемся, не чихаем, не пукаем. Ничего не делаем лишнего. Опять засуетились NPC. Видать, тела увидали. Так, и здесь нам нужно вот на эту крышу. Зачем мы сюда лезли? Чтобы забрать пистолет Волкер, а точнее Вальтер он. Вот этот. И патроны к нему. Забираем. Ну ты, чувак, извиняй. Я тебя оттуда не достану. Там переход сработает на мне. Так.
Этих я уже обыскал. Сейчас двигаемся назад. Стоп. А эти подобрали, да? Или нет? Вроде бы пятая у кого-то была. Но одна за переходом валяется, я видел. Она одна и была, судя по всему. Печально. Ящики будут пустые. Ладно. Не получилось взять МП5-ку. Будем пока без нее. Очень печально, что не получилось забрать. А, не, во! Я не обыскал просто. Так. Сталкеры, конечно, появились, которые прям очень нужны нам. Такая себе погрызенная МП5-ка. Морковки. Ладно, пригодится. На безрыбье сам рыбкой. А, не успел чуть-чуть. Я говорю, толпой нападают, как гопники. Забираем хвостики. О, еще один хвостик. А у тебя ящик на блокпосте. Это у нас на свалке ящик на блокпосте. Мне сейчас самому нужно пройти насыпь. Забрать тайник вот этот вот. И что еще? Ну, ПБшку забрать возле деревни. Отчитаться. Забрать хабар за работу. Продать хабар. Можем, кстати, разрядить некоторые. Так, я там, надеюсь, в аномалию не вляпаюсь, пока тут в рюкзаке бегу. Так. Там тоже собачки живут. Забрать, значит, тайника 2. В принципе, на этом все. Дойти потом до свалки, на этом, наверное, закончим серию. А, третью серию начнем как раз именно с прохождения на свалке. Ну что ж вы ко мне увязались? И правда, как гопники толпой. Ай, у вас. Слов нет, одни выражения. Давай, иди ко мне. Ну? Хвостиков у вас не будет, да? Так, забираем вот этот лут. И едем дальше. Там в тайнике должна быть пуртяха, насколько я помню. Конечно, такой себе лут. Ну, к миру по нитке. И комбез сталкера будет. Так. Забираем. Ну да, путяха. Ладно. Тизер выкупить. Чтоб вас забодали. О, хвостик есть. А здесь хвостик никто не купит, по-моему. Да. Ладно. Старому добятал я отнесу. У нас Волкер. И Фора. Я оставлю Волкер и Фора. Они будут под разные патроны. ПМ можно продать. Так, здесь бандосов пока не будет. Тишина. На энергетиках видим. У меня весу. Довольно-таки быстро выдыхаюсь. Можем отхиляться.
А он едой не потерял. Даст АХП, как говорится. Даже не до полного. Заберем вот этот энергетик. И заберем вот эти патрошки. Бахнем энергетика и побежали дальше. Весь энергетик на этом кордоне потрачен. Ладно. Думаю, Сидера уж появится в продаже еще. А ты что, залетным что ли? Я туда вроде зачищал. Марк кабанчиками. Лучаны, наверное. Ой, у меня опять минус кончилось. Ну ладно. От веса мы сейчас избавимся. Так, волчара. По поводу работы. Кровь камня. Так, ну работы у тебя больше не будет. Да-да-да. Да, они положили сюда бутылки. Сидор! Будешь скупать? Не консервные банки, но правильно. Так, по поводу задания, кстати, да. Мужика. Эх, мир, это ЖК мне туда не сюда. О, вот, на двух бандитов на свалке я возьму. Потому что я туда пойду сейчас на те консервы. Пару батонов не хватит, винтов мне много не нужно. Тут 7 оставлю. Побитые. Обрезы, путяха. Это все. Жекан может забрать, кстати, эти артефакты. 9 на 18. Угу. 9 на 19. Угу. А вот эти 9 на 18 забирай. Так. Забирай. Я возьму вот это. Вот это. На свалке будет радиация. И вот это. Хотя дроби у меня и так много. Ладно. Патронов для дробовика много не бывает. Неплохо, хорошо. Ну, будет еще? Так. Заходи. Ну, удачной охоты, сталкер. Где для 19 у меня все носа, но для пистолета, ну ладно. Оружие убрал. На свалку мне препятствий хватит, а там уж и калаш. Отожму. Так, по заданиям у меня... Валка Агропром. Валка. У меня основной сюжетный квест висит. Пойду я сейчас под мостом пройдусь. С вояками я там с Кузнецовым воевать не буду, я им заплачу. Просто лут оставшийся соберу. И вроде бы все. Так-то я здесь все, получается, собрал, что можно собрать. Выполнил по мелочи квесты. Ну да. Осталась свалка. Сейчас добежим до свалки. Нет, не осталась свалка. Я еще рюкзак забыл здесь собрать с ПБшкой. Заберем его сразу. Да чтоб ты зацепился. Ладно. Я собачки, наверное, загрызли. Вот тут молодец, что не побежал. Ну да, вот она, ПБшка. Тай будет. В принципе, все. Здесь особо больше делать нечего. Серия будет такая больше, беготней наполненная, ни о чемной. Так, не надо вторую раз в эту аномалию. Залазить. Кузнецов, здорово. Вымогатель. Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда. Угу. Говорить будем.
Не отвали отсюда по-хорошему. Поговорил бы я с тобой. Но может потом. Держи. А я здесь чалута на больше наберу. Во. Керамические печки. Можно получить на кордоне. Здесь ничего. Дайте только не застревать. И здесь по традиции ничего. Ладно. Двинули дальше. Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти? Иди сюда. По запчастям от мутантов мне что там. Так, тупо. С другой стороны. Они же не особо здесь нужны. Так, подхиляемся, чтобы было полное хп. И двинули. Житься бы душой, было бы ништяк, а печки бы можно было бы поменьше таскать. Да, это не везде. И огненный шар. Но огненный шар у нас гарантированно будет танике стрелка подземелья Грапома. А у душа, если повезет, выпадет, не выпадет. Гарантированных нету. Выносливость опять заканчивается. Ну а следующую серию продолжим на свалке. Всем пока-пока.